С вами Читер-Тритер. Раньше, попозже надо было сказать это. Так, всем привет! Всем приветики, ребят, с вами Читер-Тритер, а со мной сегодня какой-то непонятный гость. Гость. Ладно, забьем на него. Сам ты непонятный гость. Ты непонятный гость. Я не гость, я уже снимаю с тобой сколько уже... Практически неделю снимаю. Палочка. Я же практически неделю с тобой выживалку снимаю. Так вот, почему я тебе непонятный гость? Тебе брат вообще-то непонятный гость. Сам ты непонятный гость. Ты непонятный гость. Вот. Вот это уже нормальный ответ. Есть пельмени. И да, в этой серии мы строим дом. Пельмени. Хорошие пельмени. Это очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Поставь лайк и подпишись на канал Читер Крипер. Читер Крипер и IQ Гусарника вместе. На IQ Гусарника подписываться особо не надо. Вот можно подписаться на Читер Крипера. Потому что там меня смотрит буквально 5 людей без подписки. А его 700. Да, ребятки, это не дело, это не дело. Там уже больше. Если снимешь Хенри Стикман, все подпишутся. Уже, понимаешь, даже я жду Хенри Стикман. Где? И зачем мне снимать то, что я не хочу снимать? Ну, можешь украсть. У меня пельмени. Пельмени. Хорошие пельмени. Это очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Поставь лайк и подпишись на канал Читер Крипер Гейминг. Точка ниже, подчеркивание, точка. Странно у тебя ник в Майнкрафте. Вообще-то у меня так и должно быть. Там было так и задумано. Я так и задумывал, что мой ник было невозможно прочитать. Чтобы потом ты не мог найти... Такой, ну, короче, меня на сервера не пускают. Ну, понял теперь. Теперь ты на Кристалликс не зайдешь. И чё, я там ничего не снимаю? Я знаю. Потому что я тоже там не снимаю. А я же то дерево добывал лопатой. А я... Ну, ты лопатой, а я палочкой бью. Не знаю, как она у меня ещё не сломалась. Так и у палочки уже не ломаются. Это уже не важно. Все. О, мне дали палочку. Спасибо. Ты сломал 48 деревьев. Спасибо. Каждые два этажа по 6. Где ты? Я заблудился. Ну, видишь, какая гигантская вот чики-бамбушка стоит. Так, 3 стака досок древесины березы. Вот, подойди сам, что я уже строю, какой дом нормальный. Я тебя даже не вижу. Где ты? Спутник. Блин, я бы еще не портировал. Ну вот мы ищем. О, вот, здравствуйте. Это что за гигантский домовка? Ну вот я чики-бамбушка. Это тебе, ты сам себе это строишь. Нет, дом. Я и тебе. Я тоже, я вот пришел сюда тоже строить дом. А, у нас тут разные дома? Да, ну у меня... Ты, может быть, на нашем пастбище поживешь? Где? Ну, вон там вот, которая... Чики-бамбушка сломала здание. Там у нас все стоит. Там ты живешь. А знаешь, что я предлагаю? Вот эту вот древесину на бревно. Нет? Хорошо. Ладно, придется. Я самому себе чики-бамбушку. Я одного, которого зовут... Ты знаешь, как его зовут. Фокс? Нет. У него есть ролик. Ну, это друг Фокса. Есть... Чики-памбузи? Чики-памбузи. Я сказал пузи. Да. Пузи, пузи. Чики-памбузи. Ну, вот это именно он и есть.
У него тоже было выживание. Вот, мне очень оно понравилось, и поэтому я решил такой же дом прибавить. Криперы, идите сюда, взорвите этот дом. Спасибо. Мы его не взорвете. Вы его не взорвете. Криперы, не тупые. Не взрывай только хорошие постройки. Ну, плохого, видишь, они же сломали, взорвали. Это вообще-то я взорвал. Это уже не важно. Пойдем в плоды пойдем. Ребят, мы уже стали снимать вместе с гусарником настолько часто, что мне кажется, я у него даже... Это... Мне очень интересно, почему я в Майнкрафт играю без туалета. У меня есть мгновенное зелье восстановления. Кузя, по-моему, это не похоже на какой-то там. У меня есть свинья. Кстати, а зачем я ломал палкой, когда у меня был железный топор? Кстати, а может дать мне стак стекла? Нет, бабушка. Нет, добывай сам. Ты мне отказался, я тебе не дам. Ладно. Не знаю, зачем тебе два стака из стекла. Что-то... Ну, если останется, могу дать. Ты мне уже не дашь. Ну, я пошел, короче, ломать. Строй так же, как я сейчас строю. Без стек. У меня нету места, где я буду строить. Да не ври, у тебя куча... Просто снеси дом. Скрабь топорок. Каменную кирку и снеси просто. Куся, подписчика, мне интересно это. Да, я включу свою музычку. Вот. Ребят, я готов спать. Ребят, вот так как те, кто вот смотрят меня и гусарника одновременно, вот для вас это как бы как будто бы, если вы подписаны одновременно и на YouTube гусарника, вы услышите вот сейчас маленькую частичку трека на его, которая называется «Зэка отравляет». Знаете что? Это просто, чтобы я потом в будущем на миллион смог сделать ремикс этого трека. Знаете что? Я буду отвечать вот на комментарии, буду спрашивать. Вы подписаны на канал? Вот если будете подписаны, я спою сниппетом. Вот, а это как спонсорка работает. Те, кто подписаны на меня и на IQ гусарника. Вот это спонсорка на мой трек зелека отравления. Слушайте. Небольшую частичку. Ну все, послушайте, я уже готов. Давай, ну пей. В кучках нет. Ну спей, давай. Ну все же хотят. Ладно. Надеюсь, понравится. Отравлением бокал, а ты теперь вокал. Я ем печенье и пью отравление. С отравлением бокал, а ты теперь вокал. Я ем печенье и пью отравление. Yeah. С отравлением бокал, а ты...